Всем привет! Продолжаем изучение программы Skype, и в этом коротком уроке я сейчас покажу, как продемонстрировать свой экран в Skype. То есть вы хотите показать что-то собеседнику, то, что происходит у вас сейчас на экране монитора, и не знаете, как это сделать. Допустим, вы какую-то программу там и еще что-нибудь. Может, вы фотографию хотите показать, которую сейчас открыли, чтобы не перекидывали, показали себе на экране, да и все. Или работаете с какой-то программой и хотите показать ее действие. Как это делается? Для этого нужно кому-нибудь позвонить вначале. Мы звонить сейчас не будем, а я просто покажу. Прокомментирую свою статью на блоге Компрофи. Вот, мы вначале звоним, а потом нажимаем на звонки и демонстрация экрана. Вот здесь. Звонки, демонстрация экрана. Нас спрашивают, начать ли демонстрацию экрана для определенного пользователя. Мы нажимаем начать. А для того, чтобы остановить показ, нажимаем на кнопку остановить показ. То есть, либо вот звонки, остановить демонстрацию экрана. Все достаточно просто. Эта кнопочка находится здесь. Я надеюсь, у вас получится продемонстрировать экран в Skype своему собеседнику. Спасибо.